Друзья, сегодняшний выпуск о вот таком замечательном кресле Stealth. Значит, вот видите, оно у меня чуть порвалось. Ну, короче, я думаю, что оно скрипит, оно не скрипит. Ну, я купил новое. И оказалось, что нового Stealth конкретно нет, но есть абсолютно такой же фирмы Trix. Вот. И оказалось, что Stealth, по сути, вот эти вот кресла... или сиденья, прошу прощения, кресло неправильно, наверное, сиденье, производится также на, на заводе Trix, что это одно и то же. Вот это уже используется больше года, поэтому оно вот такое вот глянцевое, здесь матовое, но поверьте, оно выглядело начально вот один в один как здесь. Причем это, возможно, вам покажется чуть-чуть подлиннее, потому что оно со временем вот так вот чуть-чуть удлинилось и стало подлиннее, совсем-совсем чуть-чуть. Но, как видите, по окраске, по прострочке, по оформлению, по материалам, по всему, по абсолютно всему, это одно и то же кресло, и я думаю, что всем это при внимательном рассмотрении абсолютно будет очевидным. И, соответственно, ну, единственное, что видите, вот со временем здесь вот появился... Вот, ну, как бы со временем вот такое удлинение, да, такой горбик появился, здесь его пока что нет. Швы, все остальное. Ну, и оказалось, что, если коротко, что вот это кресло Stealth, это Trix, китайское кресло, абсолютно, как и все, значит, на заводе Stealth, произведено в Китае и так далее, и тому подобное. Вроде как бы они производят только свои, значит, только свои, как это называется, рамы, но это не точно. Друзья, так что вот так вот, вот такой вот капитан очевидность. Но... И, кстати, цена у них тоже одна и та же. 700 рублей я, по крайней мере, покупал. А, друзья, единственное, думаю, что здесь может разница, здесь простроче. Нет, даже здесь, видите, абсолютно одинаково. Вот так вот, друзья. Так что, если коротко, Stealth оказался Trix. Всем пока.